Посмотрим твоего медвежоночка. Какой тут у нас медвежонок получился. Вот, прям настоящий Михаил Потапыч. Сегодня у нас 2 мая. Отдыхаем в городе Анапа, в санатории «Кристалл». Все нам нравится, особенно что у нас сейчас в городе снег, минус 4. А здесь на солнышке, я думаю, что градусов, наверное, 17. Одеваемся мы, конечно, соответствующие, особенно около моря потеплее, да, дочь? Да. Папу и Мишу мы оставили в номере. Они оба захотели спать. А мы после завтрака пошли на море. Наша доченька у нас каждый год на море отдыхает. В 2, в 3 и в 4 годика. Была в Геленджике, была в Турции, а сейчас в Анапе. Да, дочь? Да. Да. Будем каждый год стараться куда-то выезжать. Вот, эти мы фигурки, все грабики, совочки взяли в городе Стрежевой. Чтобы здесь это все не покупать, где-то не искать, чтобы ребенок поиграл. Мы в Турцию их брали, и сейчас взяли в Анапу. Море, правда, сейчас грязное. Я не знаю, какое тут летом. Но сейчас в море видно, как это называется, зеленая трясина, грязь, палки. В общем, купаться неохота. И такое ощущение, что как будто какая-то слизь есть. Нет, это не какашка. Это, доченька, типа мох. На мох похоже, да. Ну, не важно, это не важно. Мы сюда не купаться приехали, мы приехали сюда спастись от цветения берез. Оказалось, в Анапе березы есть, берез меньше, существенно, но все равно чувствуется, что есть какая-то вера. Так, что у нас тут еще есть? Бескрайнее море, вот, наверное, вот этот город Анапа там, с той стороны. Наливай, наливай. Вот солнышко скрывается, уже становится прохладненько. Вот, кстати, люди ходят раздетыми, в трусиках, и мужчины, и женщины. Ну, кому как. А мы играем, да, доченька? Мы играем в песочку моря, дышим морским воздухом, а потом пообедаем и пойдем в баньки. Получился замок. Замок из ракушек. Да, точнее? Не только из песка, но и из ракушек. Кстати, мы сейчас, когда шли сюда на море, песочек тепленький, поэтому после обеда мы планируем не одевать колготочки и немножечко по песочку походить босиком. Да, точнее? Будем надеяться, что будет тепло. Потому что у нас даже в номере холодные руки, но мы будем в шерстяных носках. Прием! Скажи мне свою улыбочку. Покажи, моя принцесса. Покажи. Дочечка. Солнышко мое любимое. Покажи мне свою личико. Ну покажи. Ну пожалуйста. Посмотри на меня. Ну улыбнись, мамочки. Ты мой сладкий. Сейчас. О, у меня есть кое-что другое, Миш. Иди сюда, что-то дам. Маме. Да. Ты видела, что я взяла? Да. Идем, Михаил, идем. Ползи, ползи. Все у тебя получится. Надюш, ты тоже хочешь ползти? Давайте, котятки, цыплятки, тигрятки. Давайте, давайте, пошлите, пошлите ближе к папочке, ближе к мамочке. Мишуля, бери машинку свою. Ой, как задом-то спиной, тяжело подниматься наверх.
Ой, кто здесь? Давай поднимайся, сейчас вам Барни дам. Че, ухо дует? Ну, дует ухо, угу. Да. Тут вообще раздето сидит. И вон люди вокруг загорают. Что-то здесь не так. Дети роют ямку. Чего ищем? Клад?